Дружественные связи между Узбекистаном и Туркменистаном имеют давнюю историю. Сегодня укрепляется сотрудничество не только в торгово-экономическом направлении, но и в сфере образования. Например, студенты из Туркменистана обучаются в высших учебных заведениях нашей страны. Репортаж из Хорезмской области продолжит тему. Гуманитарное сотрудничество не случайно всегда присутствует в повестке дня принимаемых решений на межгосударственном уровне. Это одно из ключевых звеньев вертикали сотрудничества и добрососедства между Ташкентом и Ашхабадом. На сегодняшний день в высших учебных заведениях, расположенных в Хорезмской области, обучается 500 студентов из Туркменистана. В Ургенском государственном университете и в Ургенском филиале Ташкентской медицинской академии они распределены практически поровну. Созданы все условия, чтобы наши студенты получали глубокие знания. В частности, здесь пользуются инновационными технологиями в процессе занятий. Сотрудничество между Узбекистаном и Туркменистаном в образовательной сфере все более расширяется. В нашем учебном заведении обучаются представители молодого поколения Ташхавузского района Туркменистана, которое граничит с Хорезмской областью. Бекжан Сабуров и Шахноза Карымбоева учатся на 5-м и 6-м курсе соответственно. Как вы знаете, обучение в медицинских вузах несколько продолжительнее, нежели в остальных. Для нас здесь созданы все необходимые условия. Для содержательного проведения досуга есть библиотека, спортзалы. Данное учебное заведение ничем не отстает от ведущих вузов мира. Я хочу особо отметить дружественные связи между нашими странами. Благодаря этому для нас здесь созданы все необходимые условия, чтобы мы получали крепкие знания, которые я хочу применить в дальнейшей своей трудовой деятельности в Туркменистане. Темпы экономического взаимодействия между двумя странами, растущий товарооборот, контакты ученых-специалистов в сфере сельского хозяйства, производство промышленной продукции осуществляется на фоне комплексного подхода к подготовке кадров. К этому моменту более 1000 студентов из Туркменистана прошли обучение в высших школах региона и, получив дипломы, вернулись домой. Безусловно, эти специалисты, подготовленные в Узбекистане, внесут в перспективе свой вклад в дальнейшее укрепление разносторонних, дружественных и добрососедских отношений.